Посетить ночной клуб, не выходя из интернета. Виртуальные экскурсии по различным заведениям города. Идея у челябинских программистов родилась спонтанно. Пришла она очень просто. Захотелось пойти в кафе, но хотелось бы посмотреть, как находится, что находится внутри. Но негде было это сделать. Теперь молодые стартаперы ищут инвесторов для своего проекта. А эксперты конкурса, в свою очередь, отбирают лучших из лучших. Определиться не просто. Коллекция идей челябинской молодежи впечатлила членов жюри. Фантастика. Просто фантастика. Уровень интеллектуальный, уровень креатива просто здесь зашкаливает. И здесь на самом деле вот такое бурление происходит. Для экспертов положительные эмоции, новые идеи для бизнеса, для будущих предпринимателей полезные знакомства и реальный шанс воплотить идею в жизнь. Уже сейчас есть какие-то визитки, контакты, напишем, предложим и получим какие-то, во-первых, идеи, во-вторых, клиентов, в-третьих, перспективы развития. Они попадут в нашу рассылку, которую мы будем делать инвесторам, начиная с 1 июля, наша новая платная услуга. Это во-первых. Во-вторых, этого развития вообще в регионе, стартаперского движения, развития духа предпринимательства у молодых людей. С помощью таких неформальных встреч заключены сотни партнерских соглашений. В реализацию самых передовых стартап-проектов вложено в общей сложности 2 миллиона долларов. Не исключено, что и челябинские инноваторы таким образом найдут своего инвестора. Инна Левошина, Екатерина Яковлева, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск.